3 января на ТВ Рус. Этот браслет – наша фамильная реликвия. Если приснился сон, знай, он может сбыться. Жизнь твою надо менять в корне, и заняться этим надо немедленно. Не надо, уже 4 года это не твое дело. И прошлое может оказаться настоящим. Он что, делает успехи? Еще какие успехи? Нам бы помещение наверху взглянуть, хоть одним глазком. Ну нельзя, нельзя. А может, и началом будущего. Все, что ты рассказывал, было только в предыдущей твоей жизни, в предыдущем твоем воплощении. Каблук! Ну что ты там опять застрял? Главное, разберись, не спишь ли ты еще? И не пропусти свое счастье. Я твой дедушка, Ксения. «Привет, дуралеи!» 3 января на ТВ Русь.